Большинство людей по-прежнему предпочитают обращаться за услугами в ЦОН. Только за прошлый год 4 миллиона 800 тысяч граждан пришли за электронной цифровой подписью. Это 30% от всех обращений. Сейчас в стране прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс ее получения. Вместе с тем, для повышения качества услуг и сервисов в ЦОНах в этом году мы запустили систему по сбору, обработке поступающих жалоб и предложений граждан. После обращения в ЦОН клиент может оставить отзыв через сканирование QR-кода или пройти короткий опрос посредством СМС после получения услуги. Уже собрано около 89 тысяч отзывов. С 1 июля мы начали осуществлять обратные звонки по негативным отзывам граждан. Данные звонки позволяют выявлять причины недовольства клиентов и оперативно их устранять. Ни один негативный отзыв не остается без внимания.